Владимир Владимирович Путин посетил наш монастырь 9 сентября 2005 года. Это был первый за всю историю Афона визит первого лица государства российского. После торжественной встречи в столице Афонской, город Корея, Владимир Владимирович сам лично сел за руль и поехал в Иверский монастырь. И прямо при выезде справа стоял мул афонский. Впереди проехала полицейская машина, затем проехал я на своей машине. И за мной и двигался президент. И вот прямо перед ним этот мул по какой-то причине вдруг выскочил на дорогу и побежал строго посредине, впереди президента. Он пытался вроде, может быть, влево взять, и тот брал влево. Вправо, вправо. Такая ситуация. То есть я так понял, что президент понял, что здесь что-то не то, и именно двигался за ослом. Я вам скажу, такого не было никогда на Афоне. Вот чтобы мул, там, осел, как называем, неважно, чтобы бежал впереди какого-либо транспорта и условно не давал ему ехать, вот как он сел, никогда такого не было. Но когда на обратном пути мы уже возвращались, и проехала, значит, машина полицейских, затем я проехал, и увидели, осел стоит на том же месте и смотрит на нашу встречу, и как бы ждет нас. И тогда мы проехали, он нас беспрепятственно пропускает, как ни в чем не бывало. Мы проезжаем, останавливаемся, начинаем смотреть, что будет дальше. Когда Владимир Владимирович из-за поворота как раз тут машина его появляется, этот мул как ждал. Тут же мгновенно прям выбегает на дорогу, разворачивается. И за этим смотрели уже и моя машина, и полицейский. И начинает бежать в обратную сторону, вверх, что труднее на подъем. Опять также посреди дороги, впереди президента машина. Когда на подъем осел от усталости, что ли, замедлял свой ход, также Владимир Владимирович замедлял ход, он его не обгонял. Он перешел на шаг, осел. И уже вообще видно, что стал выдыхаться. И тогда Владимир Владимирович плавно взял слева его, как бы начал обходить, поравнялся с ним ровно, снимали из машин и остановился. И тот тоже мгновенно, как копанный, остановился. И они вот несколько минут, не могу сказать точно, ну, не засекал, понятно. Вот это мы видели, что вот они стоят. Честно скажу, не берусь рассудить это дело. И, безусловно, хочу одно заметить. Раз это произошло, я думаю, это какой-то знак Божьей Матери, как покровительница Афона, да. Президенту какой-то знак был. Но я думаю, ему, наверное, может лучше, понятнее это дело.